крупную партию санкционки обнаружили таможенники в Санкт-Петербурге. Лосось, скумбрия, мойва и сельдь попали в Россию из Норвегии. Нелегальный товар, по данным таможенной службы, везли в северную столицу через Беларусь. На складе продукцию не только хранили, но и меняли маркировки, придавая ей легальный вид. Во время обыска в помещении также обнаружили партию рыбной продукции из лосося. По документам ее произвели в Беларуси из норвежского сырья. Но, однако, после экспертизы выяснилось, что никакой переработки товар не подвергался. Кроме того, на складе было обнаружено большое количество фальшивых этикеток с маркировкой, указывающих на факт происхождения товара из стран, в отношении которых не действуют запреты. Объем изъятой продукции составляет около 120 тонн. В настоящее время Северо-Западной оперативной таможней рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, рыбная продукция из стран Евросоюза входит в список товаров, на которые распространяется эмбарго. Его ввели в 2014 году в ответ на санкции против России.